Вы смотрите отзыв об отеле Holiday Inn Lisbon. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Софтли, который был в нем в 2010 году. Гостиница оставила приятное впечатление. Она представляет собой 13-этажное здание. Нас поселили в номер 1314, как раз на 13 этаж. Вид из окна был красивый. Частично индустриальный, столица Португалии Лиссабон как-никак, частично горы и закат по вечерам. Отель расположен относительно далеко от центра, от старого города. Несколько остановок на метро. Как раз недалеко от отела, на соседней улице, проспект Республики, находится вход на одну из станций метрополитена. Пешком до центра час 1,5. Номер просторный, классический. В наличии имеется чайник электрический, сушильные принадлежности, электронный сейф, холодильник. Просторная ванная комната. Телевизор межрусских каналов в Португалии не найти в отелях. Недостатком отеля является медлительность лифтов. Поскольку жили на последнем этаже, то дождаться лифта было сложно. Особенно в момент заезда группы или отъезда. Хотя лифтов 3, но работали всегда 2, но и это не способствовало легкому попаданию в номер. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.